Сегодня в меню бутерброды с килькой и яйцом. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Укроп, по вкусу. Яйца куриные, 1-2 штук. Килька соленая, 80 грамм. Сливочное масло, 40-50 грамм. Черный перец молотый, по вкусу. Черный хлеб, 150 грамм или ржаной. Бутерброды с килькой и яйцом готовятся быстро и просто. Кильку используйте малосольную или пряного посола, также для рецепта отварите заранее куриные яйца. Хлеб для бутербродов возьмите черный или ржаной, он отлично сочетается с соленой килькой. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Нарежьте хлеб ломтиками. Смажьте хлеб сливочным маслом. Почистите кильку от хребтов, выложите на бутерброды. Сварите яйца вкрутую, нарежьте ломтиками и выложите на бутерброды. Добавьте укроп, поперчите по вкусу. Бутерброды готовы. Подавайте к столу. Бюджетные и вкусные бутерброды с килькой и яйцом оценят все ваши гости. Пикантная закуска имеет насыщенный аромат и получается очень сытной. Берите на заметку рецепт. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!